Проблем у нас хватает, вот список. Так ответил один из местных жителей на наш вопрос о состоянии Чехова. Для того, чтобы пообщаться с журналистами и мэром, пришли, кажется, все сельчане. Люди недовольны отсутствием рабочих мест, устаревшими зданиями, мусором и даже водой. С водой у нас плохо. В 2018 году положили, поменяли новые трубы пластиковые. Не доделали до конца и все бросили на Северное. До Северного дотянули, всю землю перерыли, испоганили и бросили это все. А мы пользуемся старыми ржавыми, которые уже в земле лет 60-70. Каждый день порывы, каждый день воды нету, потому что управляющая компания ремонтирует, куда деваться. Но ремонт тянется уже долгое время. Его то начинают, то опять прекращают. Недавно системой водоснабжения занялись снова. Зимой жители страдали от постоянных перебоев, но все списывали на невозможность восстановить трубы в холодный период. Сейчас наступило лето, а проблема до сих пор не решена. Водовод планировали закольцевать. То бишь с водозабора и северную, что труба была проложена. Соответственно, в 2017 году было проложено порядка 3 километра. Ведется работа именно по восстановлению и присоединению его и замене старого водовода чугунного на этот пластиковый, чтобы его подключить, и она была действующей, и уже проблем никаких не было. Вода у сельчан хоть и по расписанию, зато чистая. Чего не скажешь о воздухе. Люди уже много лет жалуются на отходы местной котельной. Шлак выбрасывают, что называется, не отходя от кассы. За годы здесь образовалась внушительная горка. Сельчане всерьез беспокоятся за свое здоровье. Однозначно шлак надо вывозить отсюда, и мы будем его вывозить отсюда. И вывозить это класс 5 опасности на свалку в город Холмск. Все остальное, все технические моменты мы сейчас с коллегами обсудим. Что касается по воде. В настоящий момент проектируется водоочистные сооружения в селе Чехов. В этом году заканчивается проектирование. В настоящий момент документы находятся в государственной экспертизе. Работы по возведению очистных сооружений начнутся уже в этом году. Водовод, который никак не могут достроить, станет частью этой системы. Шлак с котельной глава района поручил ответственным лицам вывести на полигон как можно скорее. Местные жители проследят за процессом. Полина Булгакова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ.